Машина. Вертолет. Пожарная машина. Самолет. Роботов. НЛО. Я бы хотела сделать такое изобретение, чтобы это изобретение само очистило нам зубы. Летающий скейтборд. Потому что надо летать самому, не в общественном транспорте, самолете. Сделала бы такую вакцину, когда человек сильно очень болеет, он мог выпить эту вакцину и перестать болеть. На любой вирус так действовать должно. А вот вы не злились бы на того человека, который украл ваше изобретение, вашу идею? Я бы злилась. Я тоже. А как бы ты его изобрел? Я бы хотела изобрести упрашиватель мамы, чтобы завести котенка. У нее такая рука механическая, и она сама должна бы брать щетку, и в ней такая камера должна быть, чтобы видеть, кому она чистит зубы. В ванной, может, там, стиральной машине. Ну, и сделать то, что у нас украли. Расстроитесь, если кто-то украдет вашу неделю? Чуть-чуть. Все изобретения важны, потому что если бы не было людей, то зачем тогда дома? А если бы не было домов, то зачем тогда люди?